В центральном парке Шымкента собрались желающие посмотреть на самых сильных людей нашей области. Тут проходит суперсиловое шоу «Монстры-2016». Такое спортивное состязание в Южном Казахстане организовывают впервые. Принять участие могут как профессиональные спортсмены, так и просто любители. У нас будут три номинации, это где будет у нас народный жим, тяга становая и мэнс физики, то есть бодибилдинг. Вот, принимать участие любой желающий, каждый. Конкурсы среди зрителей. Вот. Ну, мы просто делаем это просто праздник. Просто праздник. Но в рамках спортивного, так скажем, шоу, да. 30! Суперсиловое шоу начали с жима лежа. Тягали атлеты штангу весом в 70 килограмм. Все вместе считаем! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пока одни спортсмены тягают штангу, другие готовятся к номинации Men's Physique. Бодибилдеры наносят специальное покрытие на тело, после которого можно не посещать солярий. Кожа и так становится темной и немного блестящей. Грим для того, чтобы форму показать хорошую. Во-первых, это как загорело будет тело, во-вторых, выделяться будет, как сепарация тела будет выделяться хорошо, и, конечно же, форма лучше будет видна. Совсем недавно Фурхат Раимбердиев выиграл соревнование «Шымкент Батыр 2016. В суперсиловом шоу молодой спортсмен готовится только к номинации Men's Physique. Ради этого Фурхат за 26 дней сбросил 9 килограмм веса. Чтобы подготовиться к этим соревнованиям, мне пришлось похудеть на 9 килограмм. Вот, и я немного обессилен, из-за этого, я думаю, остальные категории не осилю. Ну, в первую очередь, это, конечно, была кардиотренировка, вот, потом минимум углеводов, конечно же, по питанию пришлось урезать, вот, и увеличивать белки, и, конечно же, тренироваться. В суперсиловом шоу приняли участие и девушки. Дильбар Тойханова всего 2 месяца профессионально занимается пауэрлифтингом, но это не помешало 28-летней девушке в дисциплине жим лежа завоевать 3-е место. Я ходила просто поддерживать фигуру 3-4 месяца. Просто так ходила в фитнес-клуб, потом появилось желание, как увидела там, как девочки занимаются спортом, вот профессионально только 2 месяца. В номинации «Становая тяга» 1-е место завоевал абсолютный чемпион мира по пауэрлифтингу Князь Махмудов. Молодой атлет установил неофициальный мировой рекорд со штангой 320 килограммов. Врэш Мардаян стал лучшим в номинации «Бодибилдинг». Фурхат Раимбердиев стал вторым. В дисциплине «Жим лежа» лучшим стал Алим Унимбаев.